Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. И, в принципе, ребята, вот, мы построили еще один домик. Вилла в итальянском стиле. Как вы уже посмотрели, небольшое такое видео, где мы строили этот дом в ускоренном режиме. И сейчас, ребята, давайте подробно его рассмотрим. Если вам понравится, если будете ставить лайки, если захотите, то, в принципе, сможем его даже построить в рубрике «Как строить», да? Давайте зайдем. Вот такой у нас небольшой вход. Места в этом доме не так уж много, так как это небольшой, точнее, дом, да? Налево у нас тут гараж вот такой. Можно заглянуть, но там ничего нет. Я в середине, ребят, ничего не строил, только снаружи. Если вы хотите, то сможете построить такой же дом и там уже себе построить, что вы хотите, да? Такой вот вход. Туда мы пойдем позже. Давайте сначала зайдем в дом, посмотрим, что там да и как. Места, говорю, еще раз тут немного, но, например, когда ты заходишь, да, сразу вид на лестницу вверх и куда-то вот туда в бок, налево и направо. Давайте сначала направо пойду. Направо тут такая небольшая комнатка, в принципе, я говорю еще раз, вы можете сюда поставить все, что вы хотите, если вы будете, например, строить такой дом, да. Сразу же пойдем налево. Налево у нас гараж вот такой. Тоже ничего нету. Можете, например, сделать гараж или еще что-то другое, можете еще какую-то комнату. Так, тут, если мы пойдем вот сюда, тут такого ничего нету, тут у нас выход на задний двор мы пойдем позже, ребята. Сейчас второй этаж, идем мы на второй этаж, тут я не знаю, что тут может быть, например, ванная, да, ух, тут я забыл поставить, точнее. Так, сейчас мы сюда это все поставим. Отлично, вот так, ребята. Тут, например, ванная может быть, да? И тут у нас выход. Давайте еще мы сюда поставим. Вот так дверь. Вот такой у нас выход на небольшой такой балкончик. А балкончики у нас вот листва, да? Чтобы было... И знаю, как-то в итальянском стиле что-то такое. Такие дома, старенькие виллы такие. Кто был за границей, кто видел. Есть всякие там. Давайте пойдемте на задний двор. Вот у нас задний двор тут. Тоже место так нормально. Сначала у нас тут, в принципе, вот такой небольшой. Да хотя как небольшой, нормально. Так место тут есть. Лежак, да, полежать, поотдыхать, вот даже зонтик есть. И вот бассейнчик, да, такой маленький бассейнчик. Тут у нас, я не знаю, догадались вы или нет, можно сказать, это, как это называется, не плантации, а, ну, виноград, да, в Италии же, во всех почти что дачах, во всех почти что виллах и все такое есть. Хотя бы небольшие такие огороды с виноградом, где они вот это все выращивают, где они делают потом себе вино. Там, в принципе, это такие страны, Италия, там Испания, в которых более всего так вот выращивают виноград и делают себе вино. В принципе, ребята, вот такой домик получился, больше сказать о нем нечего. Такой, мне кажется, действительно такой крутой получился, такая небольшая вилла, и можно сказать, получилась она действительно красивая, в итальянском стиле, еще раз скажу, то, что вот тут снег, я не знаю, почему, наверное, высота вот этого большая, он там автоматически спанится, ну ладно. В принципе, ребята, все, что я хотел, я сказал, если вам нравится этот дом, ставьте лайки, мы будем строить больше домов, может еще построим даже вот этот дом, еще раз повторюсь, в рубрике как строить, да, подробно все будем его заново строить, можно и так сказать. А, в принципе, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.